Был от Александра Шарова, поэтому так легко, очень клюшкой сыграл тот вот прислал под Япольский. 3 в 2, контратака от Барса, это может быть интересно и весело. Бросок! И добивание, гол! Красиков не успевает к этому отскоку от лицевого борта, и Жисекович, похоже, забивает. Вот это начало! Да, очень быстро Акбар забивает. Становится автором этой шайбы. Третья шайба Иржи Секача. И шестое набранное очко. Ну вот он, выход 3-2. Посмотрите, не самый точный бросок. И в итоге добивание. Вот видите, отскок от лицевого борта. И Красиков проспал.